Вот это видео Светлана прислала, ей спасибо. И видео называется «Водопой». Вот именно таким образом ее кот предпочитает пить воду. По утрам, кстати. А вот так вот Виктория приучает свою собаку к безопасности. Не знаю, по-моему, собаке-то это не особо надо. Вик, вы что, на велосипеде ее катать собираетесь? Или на автомобиле в шлеме? Не, ну лишняя безопасность не помешает, конечно, главное, чтобы животному нравилось. Ну и вот это завершающее такое, каждый родитель понимает, что покорить новую высоту на детской площадке – это ого-го какое событие. И вот один из наших зрителей как раз-таки с нами именно таким моментом и поделился.